Дамы и господа, киностудия Большого и Черного представляет. Добрый день, дорогие друзья, с вами Большой и Черный. Сегодня мы сейчас сделаем небольшую пробежечку, не знаю, километр три. Находимся мы на Меретинской низменности, Меретинская набережная. Получается, вот море рядом. Вдалеке красивый закат. С той стороны горы, но за домами их не видно. Вот, вот видно горы. Пробежим километр или три. Посмотрим, что из этого получится. Буду снимать еще во время бега. Поехали. Небольшая разминочка в начале. Обязательно, чтобы потом не травмироваться. Наклончики и все такое. Сзади, кстати, виднеется справа от меня Олимпийский стадион Фишт. Хорошо, идем. 1,5 километра. Вид какой красиво раскинулся сейчас. Настроение во время пробежки отличное. Вот. Бежим, бежим, бежим. Темп. Раз, два, раз, два. Раз, два, вдох, раз, два, выдох. Главное держать темп. Свежий морской воздух. Вокруг люди гоняют на великах, мотоциклах, всяких машинках. Очень удобная площадка для бега. Всем рекомендую. Впереди безумно красивый вид. Солнце, закат, море, красота. Чуть-чуть даже остановлюсь. Обгоняем велосипедиста. Раз, два, три. У нас девочка на скутере обгоняла тоже. Нас обгоняет велосипедист и парень с майкой с надписью «Бежим со смыслом». Все бегают с разным смыслом. Вот такие интересные виллы справа от меня. Цветочки внизу. Оп-оп-оп. 3,63 километра. Время среднее. Пробежка получилась длиной. Так, время где-то 19 минут 30 секунд с чем-то. Средняя скорость 11,3 километра в час. Ну, неплохо для первой пробежки здесь. Начало только. Дальше будем бегать в другие стороны, в горы, может быть. Так что, если видео вам понравилось, поставьте лайк. Если хочется увидеть другие пробежки, пишите, где что хочется посмотреть. Я добегу туда, как Форест Гамп. Подписывайтесь на Большого Черного. Всем удачи, хорошего настроения. Бегайте со смыслом, друзья.